Всем привет! В канун объединения серверов больших, скажем так, объединений, я решил снять данное видео. Видео о том, какую пользу мы можем с этого получить. Это не так, как сильно баг, ну, скажем, механика, именно механика работы объединения серверов, я считаю. Суть в чем? При объединении серверов удаляются все персонажи, на которых не заходили более месяца, которые имеют VIP ниже 3-го, да, по-моему, и уровень ниже 45-го. Зная то, что максимальное количество персонажей на аккаунте 6, и больше никак расширить невозможно, для тех, у кого есть твины аккаунты, которые есть еще, там, я не знаю, ну, кому нужно дополнительно еще какой-то персонаж на аккаунте, есть небольшая фишка. В канун объединения серверов на других серверах, которые вас к вам присоединят, вы выкачиваете дополнительно себе персонажей, которые вам нужны, да, на вашем же аккаунте. И их добавят после объединения, добавят на один аккаунт. При том, что VIP у них будет такой же, как у вас. То есть вы получите дополнительно персонажей с большим VIP, если у вас там большой VIP, к примеру. И это будет вам там плюсом, скажем так, для всяких разных, там, для шармов, для заслуг, для всего остального. Примером я могу показать, я ранее заметил это на прошлом соединении. Вот я сейчас покажу свой аккаунт. У меня здесь не 6 персонажей, это аккаунт с твинами. У меня вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Здесь 9 персонажей на аккаунте. Это еще до нынешнего соединения. На этом соединении я могу добавить еще 12 персонажей сюда. То бишь я выкачиваю на двух соединяемых серверах еще по 6 персонажей 45 уровня просто-напросто. И эти персонажи в дальнейшем останутся на одном аккаунте. То есть вам нужно просто вот выйти, да, и взять другой сервер. К примеру, из тех, что будут присоединяться, вот первый, да, зайти и создать здесь, вот у меня будет соединение первый, с 1 по 22, и создать здесь персонажа, выкачать ему 45 уровень. В дальнейшем он останется у вас на одном аккаунте. То есть для твинов, для того, чтобы не переключаться между кучами аккаунтов, так, к примеру, кто там очень много персонажей использует, это интересная выходная фишка. Плюс для основы, для тех, кто начинает и на новых серверах, и если их уже объединяют, то это тоже выгодно, потому что можно получать прибыль со всех персонажей на основу. Так как я уже когда-то рассказывал, как я это делаю, к примеру. Вот. Небольшой такой баг, скажем так, но я не знаю, багом это тоже назвать нельзя, это как бы механика. Суть еще в чем, очень классно в том, что твинов проще качать, когда есть VIP большой, вы на основе, на основном аккаунте, у которого VIP 10, к примеру, там качаете персонажей на других серверах, и их соединяют вместе с вами. И сразу же эти все персонажи, которые из других серверов, получают VIP 10. То есть максимальный VIP, который есть на аккаунте. Вот. Ну, в принципе, вот такая небольшая фишечка. Не знаю, может кому-то понравится, может кому-то нет. Если кто-то что-то еще знает по объединению серверов, какие-то интересные лазейки, фишки, сборы камней и тому подобное, пишите в комментариях. Думаю, будет всем приятно увидеть. Всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки.